Так, какая система отбора кандидатов, например, в отдел продаж или в компанию? Когда ваш помощник или там HR отдел разместил вакансию, нужно посмотреть, чтобы было много откликов. В идеале, чтобы на вакансию было хотя бы там 100 откликов. То есть правильно написать текст, правильно написать предложение, чтобы было много заинтересованных. То есть если клиентов там, ну, потенциальных сотрудников откликнется человек 10, значит что-то не так с объявлением. Потом идет телефонное интервью. То есть на этом этапе отсеивается 80% ненужных кандидатов. Это тоже делает помощник, потому что время там РОП или собственника очень ценно, и это занятые люди. И потом с оставшимися 20% людей ты уже их собеседуешь. Там остается 2-3 человека, с которыми можно уже пообщаться. То есть, по сути, ты выбираешь сотрудника, с которым будешь долго работать, он компанию, то есть, условно, вы, так сказать, женитесь, да, и нужно хорошо там пообщаться, и как раз, если он будет много зарабатывать, и ты будешь много зарабатывать, если все будет плохо, то и ты не заработаешь. Поэтому нужно не торопиться с такими уже, так сказать, лидами, да, горячими, кто прошел все этапы собеседования. С ними можно там пообщаться, подольше уделить время и не торопиться. В идеале можно где-то встретиться, не знаю, в кафе, там пообщаться, сходить на обед, и как бы опытный менеджер уже понимает, какой там тип клиента, интеллектуально, насколько человек развит. Просто пообщаться, допустим, на какие-то там разные темы, на поддержание разговора, помимо прочих каких-то тем. И тогда в такой обстановке и человек расслабляется, и не надо там по зуму как-то напрягаться ему и так далее. Ну, то есть это хороший вариант собеседования, и нужно выбирать очень кропотливо таких людей.